Сергей Константинович Зарянко является одним из самых незаурядных и техничных художников середины 19 столетия. Выходец из семьи крепостных, переехавший в Петербург после получения вольной, Зарянко сумел достичь звания академика перспективной живописи 1843 год и 7 лет спустя стать профессором исторической и портретной живописи. Большой вклад в отечественную культуру Зарянко также внес как теоретик искусства и талантливый педагог, воспитавший целую плеяду мастеров. Изображение княгини Марии Васильевны Воронцовой, урожденной княжны Трубецкой, жемчужина коллекции Третьяковской галереи и одно из самых известных произведений художника. После смерти в 1847 году первого мужа Столыпина Мария Васильевна в августе 1851 года вышла замуж за генерала от инфантерии, генерала-адъютанта, участника кавказских походов и светлейшего князя Воронцова. Наиболее вероятно, что изображение было написано в Санкт-Петербурге в период помолвки Марии Васильевны с ее вторым супругом, с которым после венчания она уехала на Кавказ. По воспоминаниям современников, Воронцова отличалась бойкостью нрава, тяготела к шику и комфорту. Ее образ крупной, большеглазой, чернобровой красавицы отобразил в повести «Хаджи Мурат» Лев Толстой. Репрезентативный портрет был создан на пике популярности Зарянко. Модель изображена присевшей на край дивана. Направленная в сторону от зрителя взгляд княгини, избранная живописцем точка зрения снизу, усиливает ощущение сословной дистанцированности. С портрета предстает представительница древнего аристократического рода, светская дама середины 19 столетия, которая блистала при дворе и входила в круг доверенных лиц великой княгини Марии Николаевны. Портрет исполнен в свойственной художнику тщательно изглаженной манере, тяготеющей к иллюзионизму. С большим умением мастер пишет легкую прозрачную бертуабор, эффектно окаймляющую вырез лифа Воронцовой. Виртуозно производит блеск дорогой атласной ткани ее пышного наряда. Большую роль в портрете играет освещение, помогающее выявить культурную объемность форм. Портрет происходит из собрания Пряничникова, известного коллекционера и владельца картины и галереи.